Всем привет, друзья! Представляем вашему вниманию видеообзор на рубанок марки DEWALT модели RE-901. Рубанок для бытового назначения, для строгания досок и других плоских поверхностей древесины. Также для строгания кромки фаски. Основные характеристики рубанка. Мощность рубанка составляет 900 Вт. Номинальная частота вращения фрезы на холостом ходу 16 тысяч оборотов в минуту. Ширина строгания 82 мм. Глубина строгания за один подход от 0 до 3 мм. Глубина выборки фальца от 0 до 15,5 мм. Тип электродвигателя коллекторный. Режим работы. 2 часа работаем, 30 минут отдыхаем. Также хочу отметить рукоятку у рубанка. Она обрезиновая, за нее очень удобно, приятно держаться. Так, комплектация рубанка. В комплект к рубанку входит кронштейн установки глубины фальца, кронштейн крепления линейки, два зажимных винта, они нужны для крепления кронштейнов, линейка с комплектом крепежа, винт плюс гайка, пылесборник и запасные электрощетки. Спасибо за просмотр. До новых встреч!